Добрый день, компания Zapkia. Перед нами автомобиль Grand Starex. Расскажу вкратце еще под очень часто встречающиеся неисправности. Это неисправность с кондиционером, помимо трубок. На этой машинке поменяли компрессор, но вы можете, хозяева, кто ездит часто на них, наблюдают, что в пробках, допустим, перестает работать. Кондиционер перестает ходить, выходите на трассу, едете, все дует, все прохладно. Очень часто у них есть такая неисправность, вот мы уже сняли бампер, стоит под бампером, вот так вот на трех болтах, вот здесь вот, если вам видно, вентилятор кондиционера так называемый. Вот он очень часто у них клинит, вызывая перегрев, вот видите, он даже рукой не крутится. Здесь есть у нас, уже с вами новенький привезли, видите, он легко вращается, когда тот стоит в клине. Поэтому всегда меняйте и следите за его состоянием. Поэтому мы с вами произведем его замену. Как вы уже поняли, все просто. Три болта и бампер. Бампер снять нету никаких трудностей. Вот так вот выглядит машинка. Видите, без бампера. Ну и здесь вентилятор. Но это я хочу заметить на Евро 4. В Grand Starex на свежих, уже Евро 5-6, вентилятор они отсюда убрали, и вместо вискомуфты с внутренней стороны поставили два вентилятора. И там реже такая неисправность, нежели на этих. Как вы заметили, тут, смотрите, интеркулер чуть подтекает, все, он в масле. Но ничего страшного, мы устраняем пока кондиционер. Всем удачи, приезжайте к нам, поможем.